Приветствую вас, и вы знаете, никак, никак не объяснить вашей сестре, что мне нужно куда-либо ехать, потому что если сестра ваша, например, влюбилась, или если у вашей сестры страсть, или если ваша сестра воспринимает данную ситуацию как вызов, то никак ей не объяснить. Наоборот, она будет еще сильнее хотеть, сделать то, что хочет. Вот. То есть объяснять сестре все ли бесполезно. А вот применить принцип амортизации, вот, поставить перед ней список тех вопросов, которые придется решить, если она, например, поедет туда, вот, это уже вопрос гораздо более интересный, гораздо более веселый, гораздо более реалистичный, как говорится. Вот. Ну, соответственно, в этом направлении в первую очередь стоит думать. Вот. Также хотелось бы немного лучше понимать, кто вы в этой ситуации. То есть я, конечно, вижу, что вы сестра, я вижу, что вы, ну, именно сестра. Но я не очень понимаю, какое вы имеете отношение к тому, что делает ваша сестра. Если вы о ней заботитесь, если у вас к ней именно забота, если вы хотите о ней позаботиться, если у вас прям есть какое-то желание, ну, как бы, если у вас есть желание ей помочь, вот, то лучше будет, если вы, наоборот, поговорите с ней, если вы выясните, что ей нужно. Вот. И, собственно, не будете пытаться ее переделать, не будете пытаться ее как-то вот, ну, ей что-то навязывать. Вот, и так далее. Это вот лучшее, что вы можете сделать, если вы действительно хотите своей сестре помочь. Тут очень важно именно стараться помочь. То есть, именно если вас беспокоит она, ну, если вас беспокоит сестра, вот. То есть очень важно, чтобы вы ей не вредили. Очень важно, чтобы она видела, что вы хотите действительно что-то сделать для нее. Вот. А не просто навязать ей свою какую-то позицию. Вот. Потому что как раз таки второе отталкивает, очень сильно отталкивает именно по причине того, что человек видит не участие, да, в своей жизни, а навязывание. А навязывание, особенно если сестра ваша молода, вот. Навязывание вообще ни к чему хорошему не приводит.
не приводит и не может привести, в принципе. Вот. В принципе, то, что я могу, ну, то, что я мог бы вам сказать, то, что я мог бы вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Мне не очень, честно говоря, ясны ваши опасения, то есть если бы вы раскрылись немножко поподробнее, может, было бы и понятнее, но так, исходя из того, что вы написали, вот вы пишете, как объяснить младшей сестре, что не стоит ехать к малознакомым родителям ее парня? Почему не стоит? Ну вот я ваша сестра, объясните мне, почему не стоит? Что в этом такого? Особенно если уже 18 лет, если и больше 18 лет. Что такого? Почему не стоит? Она встречается с ним 3 месяца 3. Парень знаком с нашими родителями, его родители живут до 800 километров. Приглашают сестру с ним в гости на праздник. Слышите, ну, 800 километров по меркам России, это не такая, на самом деле, не такое большое расстояние. А, да, это много. Да, это далеко. Но в чем проблема? Почему родители против? Почему приглашают сестру, а родители против вас? То есть, как бы, если она встречается с парнем, способна встречаться с парнем, она способна нести за себя ответственность. Другое дело, если ей нет 18, то да, тут такая вот история, несовершеннолетняя, далеко, за 80 километров, да, тут согласен. Если ей есть 18, то ваши родители никакого права быть против не имеют, к сожалению. Вот. А, как и вы тут. Вам сестре, ну, желательно было бы ее поддержать. Вот. Это такое впечатление, что вы хотите, не знаю, родителей как-то вот, ну, своих родителей как-то, может быть, угодить родителям хотите. Но это не цель, это не... Это не позиция в данном случае. То есть это не позиция для... Вот. Сопротивляясь, вы оказываете только негативное влияние на сестру. А ты хочешь все сильнее вот. Сопротивляться. Вот. Вы можете овладеть навыками бесконфликтного общения, я могу научить вас принципам активации. Вот, вы с сестрой или сестра можете обратиться на консультацию, вот, можно проанализировать родительские отношения сестры с, ну вот, как сестра, взаимодействие с родителями. Можно это все сделать, если у вас есть желание. Обращайтесь. Но то, что происходит сейчас, это вот, причем вы не говорите возраст, но это не описываете возраст, сколько лет сестре и так далее. Вот. И почему, собственно, не стоит? Почему родители против, тоже не пишут? И вот как бы именно нехватка аргументов, это всегда такое ощущение, что... Просто вам так же захотелось. То есть я понимаю, что... что, возможно, тут что-то большее, чем... чем мне просто захотелось. Возможно.
тут нужно исследовать. Вот. Такая вот история, такой момент. Это то, что ну, то, что мне видится, вот именно исходя из значит, ну, исходя из вашего текста. Вот. А вот на самом деле так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если у вас, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи, удачи вам.